стоишь? Я 2 недели этого проклятого медведя выслеживаю. И не допущу, чтобы ему досталась новая жертва. Израну? Чья-то помощь? Вот уж не думал, что услышу такие слова. Боюсь я, он опоздал на 10 лет. Мне уже не до того. У меня другие дела. Да и вообще, он в одиночку совсем справится. Он сам меня в этом уверял. В чем ему может понадобиться моя помощь? Вампиров? Это, возможно, многое меняет. Расскажи мне о том, что происходит. Клянусь 8-ми. Ладно, слушай, я подумаю. Но нельзя позволить этому медведю и дальше губить невинных людей. Как с медведем закончу, выясню, чего от меня хочет Изран. Даже справился бы я один или нет. Благодарю тебя. Чтобы отплатить тебе за помощь, я могу как минимум выяснить, что нужно Израну. Полагаю, он все еще в форте около сигнальной башни Стендара? Ну, разумеется. Он уже не первый год этим фортом занимается. Никого больше не впускает. Живет в своей маленькой крепости. Ладно, пора выяснить, что он там делал все это время. Да, мы встретимся.
Что ты делаешь? Нужно убедиться, что вы не вампиры. Осторожность никому не вредит. Итак, добро пожаловать в форт Стражи Рассвета. Уверен, вы слышали, с чем мы тут имеем дело. Могущественные вампиры, с какими раньше не сталкивались. И у них есть древний свиток. Если мы их не остановим, никто не справится. Ладно, это все понятно. Мы вообще имеем представление, чем они занимаются, и что нам делать дальше? Для этого будет время, а пока надо освоиться здесь. Сарин, найди помещение, чтобы продолжить работу над этим своим новым арбалетом. Гунмар, здесь достаточно места, чтобы собрать там несколько троллей, надеть на них броню и подготовить их к делу. А мы тем временем попытаемся выяснить, зачем сюда явился вампир и почему ищет тебя. Пойдем-ка и поболтаем с ним, а? Не вывезти, правда? Я знал, что когда-нибудь это случится. Я знал, но никто не верил. Что ж, у тебя как минимум хватает ума совершенствоваться. Я покажу тебе то, что умею. Будь начеку. Вряд ли тебе приходило в голову, что ты меня снова увидишь. Будь все время начеку. Если можешь не спать, не спи. Сон для слабых. Вряд ли тебе приходило в голову, что ты меня снова увидишь. Эта вампирша появилась, пока тебя не было. Похоже, это та самая из скрипты ночной пустоты. Говорит, что хочет сказать тебе что-то очень важное. Давай, выслушай. Вряд ли тебе приходило в голову, что ты меня снова увидишь. Ой, я бы с таким удовольствием не приходила. Но мне очень нужно с тобой поговорить. Это важно, так что, пожалуйста, выслушай меня, пока твой друг тут совсем не потерял терпение. Это... Ну, в общем, это насчет меня и древнего свитка, который был погребен со мной. Причина, по которой он попал ко мне, и по которой я оказалась там, внизу, опять все сводится к моему отцу. Я думаю, ты уже догадываешься, что мой отец не слишком хороший человек, даже по вампирским стандартам. Но он не всегда был таким. Это было... превращение. Он наткнулся на это туманное пророчество и совершенно потерял голову. Туманное и запутанное, как и все пророчества. Его зацепила та часть, где говорилось, что вампиры смогут больше не бояться солнца. Вот что ему нужно. Он хочет управлять солнцем, чтобы вампиры захватили мир. Ну вот, а нам с мамой как-то не улыбалось воевать со всем Тамриэлем. Так что мы попытались его остановить. Вот почему меня и заперли там вместе со свитком. Ну извини. Я-то думала, тут собрались охотники на вампиров. Мне показалось, что тайный заговор вампиров с целью захватить мир должен их заинтересовать. Я ошиблась? Тогда пошли. Я буду само красноречие. Ладно, мы слышали все, что она хотела сказать. А теперь ты скажи мне. Есть хоть какая-нибудь причина, по которой я не могу убить кровопийцу? Зачем? Из-за этой истории с пророчеством? Про какого-то вампира, который вознамерился погасить солнце? И ты действительно в это веришь? Кто знает, может, хочет покончить с собой, или, может, ума лишилась. О
Зачем мне знать? Пускай пока остается. Но если она кого-нибудь хоть пальцем тронет, отвечать будешь ты. Ясно? Слышишь меня? Не вздумай чувствовать себя гостем. Ты не гость. Ты материал. Ты инструмент. Но смотри, не заставляй меня пожалеть о терпимости и великодушии. Потому что, если ты это сделаешь, расплачиваться придется твоему другу. Спасибо за теплый прием. Я припомню это в следующий раз, когда проголодаюсь. Ну так вот, на случай, если ты не видишь эту здоровенную штуковину у меня на спине, я принесла древний свиток. Что бы там ни было написано, это как-то должно помочь нам остановить моего отца. Но, конечно, никто из нас его прочесть не сможет. Ну, я слышала, что только жрецы мотылька это могут. Правда, им нужны годы на подготовку, прежде чем начать читать. В любом случае, нам от этого ни холодно, ни жарко, потому что они за полконтинента от нас, все родили. Какой-то имперский ученый прибыл в Скайрим несколько дней назад. Я следил за дорогой, когда он проходил. Может, это и был твой жрец мотылька? Ты знаешь, где он сейчас? Нет, я не собираюсь тратить людей на поиски. У нас война с твоими сородичами, и я хочу ее выиграть. Если хочешь его найти, поговори с теми, кто имеет дело с путешественниками, с трактирщиками и возчиками в больших городах. Но рассчитывай только на себя. Есть идеи, где искать этого жреца-мотылька? А то Скайрим не маленькая страна. Есть идеи, где искать этого жреца-мотылька? А то Скайрим не маленькая страна. Но пока я не... Ты понимаешь. Первое, что мне приходит в голову, когда речь заходит про магию и историю, это коллегия в Винтерхолде. Волшебники кучу таких вещей знают, про которые обычные люди ни сном, ни духом. Я бы пошла с тобой, но не знаю, можно ли доверять твоим друзьям. Дай мне знать, если захочешь, чтобы я тоже пошла. Я тебя прикрою. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома. Ты меня ищешь? Конечно, пошли. Я твой меч и твой щит. Ну, здесь, конечно, не дворец, зато прочно, надежно и легко оборонять. Это место мне больше по душе, чем большинство уголков Скайрима. Если я нужна Израну, то, наверное, дела плохи. Интересно. С чем мы здесь столкнемся? У меня разные разности. Видишь что-нибудь, что тебе пригодится? Смотри, не подставляйся.
обращаются неаккуратно, ясно? Жрец мотылька? Да поглоти меня, Обливион! Зачем вам понадобился жрец мотылька? Ладно, ладно, незачем из штанов выпрыгивать. Ну, очевидный совет. Надо ехать в имперский город. Жрецы мотылька обретаются в башне белого золота. Иногда они отправляются на поиски древних свитков. К счастью для тебя, как раз сейчас один жрец мотылька в Скайриме именно с этой целью. Он заехал что-то посмотреть в библиотеке, а потом направился к драконьему мосту. Если поторопишься, может, и перехватишь его.
тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. В Донстаре открывается новый музей. Владелец просил меня раздавать приглашение всем путешественникам. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Приказываю тебе остановиться. Пощады! А ты еще откуда? Я чую, ты не из нашей породы. Надеюсь, ты не принесешь нам беду. Тебе доводилось бывать в святилище Азуры? Говорят, его построили темные эльфы после бегства из Моровинда. Впечатляющее зрелище. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может переделать твое лицо, полностью изменить твой облик. Ты в это веришь? До встречи. Нет, извини. Ничего. Вы, должно быть, заблудились. Наверное, дальше по дороге. Эй, там! Лучше этим мятежникам не соваться в Хаафингар. А, так это был жрец Мотылька. Он проехал через город не так давно в сопровождении эскорта солдат. Они не останавливались, поехали на юг через Драконий мост. До встречи!
клятва за избавление от мертвой хватки этих вампиров. Спасибо богам за твое появление. Да, в полном порядке, благодаря тебе. Меня зовут Диксион Ибик. Я жрец мотылька из башни Белого Золота. Эти вампиры утверждали, что я им зачем-то нужен, только не говорили зачем. Наверное, надеялись получить за меня выкуп, идиоты. Неужели? Надо же, как загадочно. У вас есть древний свиток? Поразительно. Если память мне не изменяет, Стражей Рассвета назывался Древний Орден Охотников на Вампиров. Я буду счастлив помочь тебе с древним свитком, только скажи мне, куда идти. Хорошо. Я поспешу туда, пока не появились новые вампиры. Меня поразило, что тебе удалось так быстро найти жреца-моделька. Чтению? Да. Дай старику знать, когда можно начинать. Поездка в Скайрим обернулась настоящим приключением. О, мой драгоценный спаситель, как я рад снова тебя видеть. Это не совсем то гостеприимство, к которому я привык, но этот твой изран снабдил меня всем необходимым. И должен отметить, это замечательная крепость. У меня есть коллеги, которые бы с удовольствием занялись изучением этого форта. О, разумеется. Посмотрим, какие тайны он нам откроет. А теперь... Прошу всех соблюдать тишину. Мне нужно сосредоточиться. Передо мной видение. Это образ великого лука. Я знаю это оружие. Это лук Ауриэля. А теперь голос шепчет. Среди детей ночи возвысится ужасный властитель. Раздоров, когда драконы вернутся в мир людей, тьма смешается со светом, ночь и день станут едины. Голос слабеет, слова путаются и искажаются, но подожди, тут есть еще кое-что. Тайна силы этого лука записана где-то в другом месте. Я думаю, есть еще части пророчества в других свитках. А теперь я вижу. В одном описаны древние тайны драконов, в другом говорится о могуществе древней крови. Взор мой слабеет, и я больше ничего не вижу.
прочесть пророчество целиком, нам понадобится два других свитка. Мне нужно отдохнуть. Чтение меня утомило. Давай, старик, тебе нужен отдых. Мы можем поговорить пару минут? Это жрец мотылька Диксио. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Половина народа в твоей маленькой команде скорее убьет меня, чем станет разговаривать. Не лучшая обстановка для откровенных разговоров. Мой отец встретил меня теплее, а это уже о многом говорит. Наши пути разошлись, когда он решил, что его судьба — выполнить то пророчество. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала это там, где он не будет искать, словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Может быть, я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Погоди-ка, в этом есть смысл. В замке есть внутренний дворик. Я когда-то помогала ей возиться с садом. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе, слишком спокойное. Безусловно, но мою мать так просто не испугать. Хотя я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. Точно. Но я знаю, как попасть во двор, не поднимая шума. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Это на той стороне замка. Вперед! Thank you.
тебе нужно? Не терпится снова увидеть мой дворик. Уж! Мы добрались до внутреннего двора. О, нет. Что здесь случилось? Здесь все разрушено. Все такое мертвое. Похоже, сюда давно 100 лет назад. Этот проход вел в центральный зал замка. Похоже, мой отец его случил. Я обычно здесь было красиво. Это был мамин сад. Ты представляешь, какую красоту может создать мастер за 100 лет заботы и ухода? Она бы очень расстроилась, увидев это все. Постой. Что-то не то с лунными часами. Не хватает символов и круг как-то перекошен. Я даже не знала, что символы можно снять. Возможно, моя мама пытается что-то нам сказать. Очень умно, мама. Очень умно. Я никогда не была в этих тоннелях, но готова спорить, что они идут под двором, прямо к развалинам башни. По крайней мере... Никогда не видела эту часть замка. Будь осторожнее, я не знаю, что тут может оказаться. Кто там? Будешь знать.
здесь должен быть тайный ход. Мы уже близко, я уверен. Мама обо всем позаботилась. Она всегда оказывалась умнее, чем я думала. Смотри только. Должно быть, это здесь. Я знала, что она увлекается некромантией. Это она обучила меня всему, что я знаю. Но я не ожидала увидеть такую обстановку. Посмотри-ка. Она, наверное, годы потратила, чтобы собрать все это. Что это такое? Не уверена насчет этого круга, но он точно особенный. Давай осмотримся. Где-то здесь должна быть какая-то зацепка. Она укажет, куда подевалась мама. Мама вела исследование весьма тщательно. Если мы сможем найти ее заметки, там должны быть подсказки. Я помню, она вела дневник. Попробуй его откопать. Как дела? Правда? Покажи скорее. Я знаю лишь то, что она мне рассказывала. У нее была теория о камнях душ, что души внутри них никуда не пропадают после использования, а отправляются в Каирн душ. Каирн душ – пристанище весьма могущественных существ. Некроманты отправляют им души и получают взамен магические силы. Мама много времени потратила, пытаясь вступить с ними в контакт, посетить Каирн-душ. Круг в центре комнаты, какой-то портал, определенно. Если я все правильно понимаю, здесь приведена формула, которая откроет нам безопасный проход в Каирн-душ. Горсть осколков камней душ, немного костной муки мелкого помола, изрядную щепоть очищенных солей пустоты. Ох, проклятье. Еще нам понадобится образец ее крови. А если бы мы могли взять такой образец, зачем нам вообще было бы тащиться в Каирн-душ? Идея. Будем надеяться, сгодится. Ошибки при работе с порталами могут выйти боком. Ладно, хватит болтать. Пора начинать. Да, наверняка. У мамы в лаборатории всегда были большие запасы. Надо лишь как следует поискать. Тогда все остальное за мной.
Мы готовы отправляться? Я не знаю, что произойдет, когда я добавлю свою кровь. Давай. Все в порядке? Мне показалось, тебе было больно. Если задуматься, мне стоило этого ожидать. Прости. Это трудно описать. Каирн душ, как бы это сказать. Голоден. Он пытается забрать твою жизненную силу в уплату. Может и есть, но тебе он не понравится, думаю. Вампиры формально не являются живыми существами. Наверное, я смогла бы без проблем пройти туда. Полагаю, не самый приятный для тебя вариант. Не исключено. Мы могли бы заплатить пошлину другим путем. Он хочет душу, и мы дадим ему ее. Твою. Моя мать меня научила паре фокусов. Я могла бы захватить часть твоей души и преподнести этот камень идеальным повелителям. Возможно, им этого будет достаточно. Это отнимет часть твоих сил, пока мы будем путешествовать по Каирну душ. Но там, внутри, мы найдем способ это исправить. Может быть. Прости. Хотела бы я знать другие способы посимпатичнее для тебя, но... Знай только, какой путь ты не выберешь, я не стану тебя судить. Иногда просто нужно делать дело. Я это знаю, как никто другой. Ну, на что ты решишься? Точно? Я помогу тебе в этом, но сначала обдумай все хорошенько. Да, ты останешься в клане смертных, но в Каирне душ у тебя будет меньше сил. Я знаю, тебе сейчас нелегко. Надеюсь, ты мне доверяешь? Я никогда не причиню тебе вреда. Спасибо. Тогда не будем терять времени зря. Я постараюсь сделать это безболезненно. Не дергайся,